находимся на объекте, в который попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб один человек, раненые, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов нет и не было. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу с 9 мая.